Маленький тизер. Мы хотели показать фильм о состоянии души человека, о его пороках. Самое главное, хотели, чтобы зритель, смотрев эту картину, подумал, а как бы я поступил на месте героев. Это мой дебют. И у меня, естественно, как у дебютанта, был художественный руководитель Эрнест Викторович Иссан. Конечно, без него и его помощью этот фильм не получился. Так что я хочу сказать, что хорошего просмотра, оценивать его, и жюри, и прочее. Фестиваль – это вещь хорошая. Вы сами понимаете, да? Во-первых, на фестивале хорошо кормят. Я покушать люблю. Мне худеть как-то лень. Мысль такая во мне не зреет, на природу взгляните. Чем толще деревья, тем побольше он самок пригреет. Очень многие женщины любят таких. Мы такие быстрее пробьемся, и в отличие от неких субъектов худых, добродушны. И чаще смеемся. Конституция тела моя такова, что широк я в кости, а не тонах. Говорила мне мама, святые слова, ты не толстый, а крупный ребенок. Посмотрю на себя, разве это живот? Нет, побольше его напитаю, вдруг бандит на меня за углом нападет, я его животом забодаю. Не стесняясь его. И безмерно люблю, что учишь, моя радость. Знаю. Ну пойдем, дорогой, я тебя покормлю. А потом я тебя погуляю. Хорошего просмотра. Александр Петрюков, аплодисменты, друзья. Ну что ж, у тебя справедливая, прекрасная фраза. Приятного просмотра. Хорошего времени.